Хоста голубая, великан. Высотой она достигает до метра. В ширину она в диаметре 1,30 м. Лист у нее огромный, красивый. Смотрите, как будто бы вафельное полотенце. Плотный, жесткий такой вот. В нем, когда идут дожди, даже вода стоит. И этот лист выдержал у меня телефон. Посмотрите, какая у него хорошая, плотная ножка. Сильная, плотная ножка. Кусту этому у меня уже 10 лет. Служит он у меня как маточник. Я каждый год от него откапываю кустики, посадочный материал, рассаживаю то туда, то сюда, то дарю, то соседке. А представьте, если бы я от него не откапывала, что бы здесь было? Куст этот, хоста эта, она более морозостойкая. Она самой последней уходит в зиму после того, как ударят первые морозы. Но надо рассчитывать ее размеры. У меня их здесь растет 2 куста. Этот куст у меня помоложе. Ему лет 5-6, но он тоже в диаметре не маленький. По высоте еще не очень большой. Но он и не очень старый. Чем больше куст, тем больше он в размерах, в смысле больше куст, тем больше лет кусту, тем он больше и лучше в размерах растет. Я сюда вот посадила еще один такой вот, хосту. Но они ее забивают. Сейчас через пару лет этот тоже поднимется, и ее совсем не будет видно. Хоста любит сидеть на одном месте. Она не любит пересадки. Так что лучше от нее откапывать посадочный материал, чем выкапывать, а потом делить, а потом опять садить. Ну, это смотря, что вы хотите и как вы хотите. Если вы хотите рассадить дорожкой, то да, надо выкопать и надо разделить, и надо посадить. Рядышком с этой хостой у меня еще одна хоста растет. Я их рассаживала вместе. Ей тоже лет 5-6 лет. Тоже большущий, хороший, красивый куст. И опять между ними растет хоста. Хоста кучерявая. Они ее забивают. Она у меня тоже служит как маточник. Я от нее откапываю постоянно. Но тем не менее, они ее забили. И что я в этом году сделала опять? Сделала опять неправильно. Здесь у меня в прошлом году росли 2 больших куста. Я выкопала и подарила 2 вот таких вот куста одинаковых. Голубой и с белой каемочкой. Я их подарила. В этом году я откопала от маточников себе кусты и посадила. И посадила опять я неправильно. Смотрите, что я сделала. Я посадила эти 2 куста на расстоянии 60 сантиметров. И этот точно так же. Теперь, как пойдут дожди, я вот этот вот с белой каемочкой уберу оттуда обязательно. И посажу на его место вот этот вот голубой. Когда она подымется и разрастется, все будет в норме. А так они ее, а так позабивают они друг друга, и не будет ничего хорошего. У нас так жарко, да нет возможности. Все вянет, все сохнет. И вот они у меня с другой стороны. С другой стороны красиво получается. Третий куст тут совершенно не нужен. Но все равно делаешь ошибки. Вот у меня здесь растут 2 большущих куста. Им по 10 лет, что одному, что второму.
это тоже у меня маточник, я от него откапываю и рассаживаю. И вот они так вот разрослись. Там у меня растет гортензия. И вот получается, что места совсем нету. И я посадила еще вот одну, вот такую вот. Она тоже будет большой. Надо будет ее выкапывать, потому что так совсем все закроют. А у меня здесь еще что-то растет, какие-то цветочки растут. Так что прежде чем посадить, надо знать характеристику куста, цветка. Но это не смертельно. Это мы всегда можем пересадить в другое место. Желательно пораньше. Чем меньше куст, тем меньше мы его травмируем. Чем дольше он сидит на одном месте, тем больше от него красоты. Если кому-то была полезная моя информация, мой маленький опыт, мои ошибки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии.